Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Мистер Агаси для вас нашел трехкомнатную квартирку у моря в центре Мохмакларов. Прямо в центре. Напротив проекта у нас магазин AC Waikiki, Burger King. 150 метров впереди у нас субботний рынок по субботам, башня часов, банкоматы. Все есть. Вот такой проект. На третьем этаже проекта продается трехкомнатная квартира с видом на море, дорогие зрители, по очень хорошей цене. У нас здесь открытый бассейн такой большой. Тут детская игровая площадка. Так. Это у нас отель какой-то, забыл название. Душевая часть бассейна. У нас в той стороне зона барбекю, беседка. Так, покажем. Есть выход с этой стороны. На улицу Барбароссы, вот Бургер Кинг и Эльси Вейкики. Две зоны барбекю, также в той стороне есть гриль, добавочная. Так. Тут два блока, наша квартира находится в этом блоке, а второй блок. С этой стороны у нас вход. Есть генератор. Вот здесь вход и открытая парковка. С хозяином обсудим. Цена напрямую. Так, дверь открыта у нас. Напрямую от собственника. Вот. Входим. У нас два лифта. Первый лифт и второй лифт. Айдат 150 лет. Оп. Поднимаемся на средний этаж проекта. Поднялись мы на средний этаж проекта. Так, вот лестничная площадка. Там пожарная лестница. Вот такие двери. Входим в квартиру. Здесь у нас прихожая просторная. Вот такая просторная прихожая. Так. Вот. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Мойка у нас акриловая. Так. С левой стороны у нас как бы кладовка. Здесь водонакопительная система. Электрическая регал, броер, стиральная машинка и холодильник Бека. Если вздумать купить с мебелью и бытовой техникой, они продадут вам как есть. Кладовка отдельная, это уже хорошо. Идемте. Здесь у нас спальня, но они сделали гостевую комнату. Во всей квартире ламинат. Кондиционер фирмы Бека, инверторная. Отсюда есть выход на балкон. Сквозная квартира смотрит на улицу Барбаросса, а также смотрит на море. Южная сторона и у нас восточная сторона. Это хозяйская спальня. Я разговариваю, иду вперед. Даже не показал вам спальню. Вот такая вот спальня. Мебель вот такая, шик-пык. Продаются без мебели, но цену обсудят. Еще раз скажу, здесь у нас санузел в хозяйской спальне. Вот душевая кабинка. Здесь у нас уник. Так.
здесь кондиционер старенький, Regal. Вот просторная спальня, как минимум 17 квадратных метров. А здесь у нас шторы вот такие двойные. Москитная сетка. Выходим на балкон. Вот балкон. Вид на горы. Вид на соседнее здание. Вид на Эльсим Шаитики, Ваитики. Теперь самое главное. Идемте в гостиную комнату. А насчет шумоизоляции. Двойные окна. Шума нет. Чтобы вы понимали. Не означает, что главная дорога, что шум есть. Закрыли дверь, и шум уже исчез. Сам открытый у нас весь. Вот так, пардон. Хозяйка. А здесь гостиная комната. Гостиная комната. Вот такая мебель мягкая. Если что, вздумайте. Телевизор как минимум 65 диагоналей или побольше. Не могу определить на данный момент. Кондиционер фирмы York. Так. Вот такая просторная гостиная, почти с отдельной кухней. Можете сделать стенку и отделить кухню. Стол раздвигается. Посудомоечная машина Hotpoint Ariston. Вот такая мебель. Эта мебель остается, если купите без мебели. Вот. Она остается. Кухонная мебель. Плита пятикомфорочная Archilic фирмы. Это Vestel. Еще один холодильник Archilic тут. Ламинат. Вот такие потолки. И самое главное, изюминка этой квартиры, это балкон, который смотрит на море. Тут у нас электронная маркиза. Жик. От солнца. Южная сторона. Стоп. Вот. Есть вид на бассейн и вид на море. Вот такие виды. Теперь самое главное. Подойдемте к этой картине. Красавец. Дорогие зрители, цена этой квартиры 118 тысяч евро. Крайняя цена. Район Махмутлар. Всем пока-пока.